Олег, проблема в том, что в этой ситуации с Ольгой ты поступил как профессиональный хирург. Ты же ведь хирург? Ну? Вот представь себе ситуацию. Приходит тебе больной, ну, скажем, с аппендицитом. Твои действия. Захожу, вырезаю аппендикс, зашиваю и ухожу. Вот то-то и оно. Я общался с хирургами и знаю, что многие из них даже в лицо своим пациентам не смотрят. А ведь людям важно что? Чтоб поддержали их, успокоили. Так они ж под анестезией. Но ведь Ольга-то была в сознании. Ей было важно не просто закрытие дела. В первую очередь, ей были важны твои сочувствия и поддержка. Ты понимаешь меня? Понимаю. Но ты и посочувствовал, и поддержал. Успешно. Спасибо большое. Ну ладно. Я сделал все, что мог. Так что пусть она теперь сама решает, с кем ей быть. Так будет правильно. Я не верю. Чего? Ты что, сдаешься? Слышь, Романов, ты не наглей. Тебя зубил-то в суде еще пригодятся. Просто я, в отличие от тебя, жену свою знаю. Она может казаться слабой, но если ей что-то в голову втемяшилось, то ее никто не переубедит. Как, собственно, и меня. А где Илья? А мне какого не спросишь? Он вообще живой? Да живой, живой твой Илья. Чего ты так волнуешься-то? Живой, здоровый, а нездоровый полечим. Пойдем поговорим. Смешно уже. Чего ты молчишь? Выбрать не можешь, боишься обидеть. Чего? Все, вещи собрал, можешь идти. Дверь держи. Я ж ключи тоже дома оставил. Олег. Отправляю. А? Я не хотел. И чего, бывает, я понимаю. Случайно получилось. Я сам говорил, что моя жена достойна самого лучшего. Соответствуй! Эй, слышь, на креветки не налегай. Будешь дохнуть, я и пальцем не пошевелю. Пусть тебя психологи от анафилактического шока спасают. Олег Саныч, ну зачем же линейкой? Нож на что? Пьете какую-то гадость. Так, все, нечего кухню загаживать. Не вымойте линейку, не налью вам нормальный кофе. Привет. Это не то, что подумала. Жена меня выгнала не из размера, там все в порядке. Да хватит себя жалеть-то. Уже возьми себя в руки. В смысле, надо стать ручным? Да нет, в смысле, за ум возьмись. Обрейся,
Сними жилье, прекрати ночевать на подстанции. Вот что это? Взялся за ум, взял себя в руки, как упросили. За поп себе обхвати еще. Райска, ну подумай сама. Я наконец-то попал в Эдем. Смотри, бриться не надо, еда в холодильнике, зарплаты ни с кем делиться не надо, на работу рано вставать не надо. Ну, и самое главное, никакой назойливой Евы. Какой Адам откажется от таких райских кущей, скажи? А? Найдется на тебя змей-искуситель. Боже, ты что? Нет. Самара, ты запомни. Я для тебя в этом саду Господь Бог. Дети вокруг. Бессовестный. Извините, пожалуйста. Я разговариваю ни в какую. Ну, разве можно? Это грибы. Они съедобные? Да, конечно. Вы их сами собрали или купили? Сам. А можно попробовать? Можно. Только не нужно. А хотите, я вокс-покс покажу? Да, хотим. За что? Дом какой? Принято. Самара. Самара, прием. Самара, привет. Записывай адрес. Радужный переулок, дом 5. Там во дворе детская площадка, да. Мужчина укусил змея. Говорят, гадюка. А с нами гадюками надо быть осторожней. Самара, удачи тебе. Может, ему померещилось? А? Михалыч! Сколько я вот работаю на скорой, первый раз такой. Ну, как его угораздило в центре Москвы? В центре Москвы змея! Чего? Да ничего, я... Ну и все, езжай. Я вижу только зеленого змея. Родной, вы хоть и на детской площадке, вы так в детстве-то не впадайте откровенно. Я-то высасываю. Я на тюлях. Давай жгут. Угу. А где змей-искусатель? Вон, внук увез, подарок. Твою налево! Теща такие подарки. У меня теща хорошая была. Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью кость угрожала. Из мертвой головы гробовая змея шипя между тем выползала. Я думал уж. Ты думаешь? Это же грибы! Если ты уже от гадюки отличить не можешь, значит, и в ведре у тебя поганки. Ой. Слушайте, а шишка у вас откуда? Медведь ломил? Нет, сумасшедшая мамаша. Сумка прям по лбу огрела. Вот. Понятно. Не надо было искушать его змеем. Не надо. Собирайся, дедуль, поехали в травмпункт за сывороткой. Куда? Травмпункт. Ага. Что, Олег, что? Жень, мы сегодня с утра с тобой разговаривали. Вот, я тебе хочу сказать, что я многое переосмыслил.
я был неправ, конечно, перед тобой. Ты права. Хорошо. Что-то понял? Вот у меня есть даже подарок для тебя. Все-таки он может быть благодарным, да? Ну, открывай. Чего? Что это? Что такое? Гадюка обыкновенная. Зачем? Подарок тебе. Зачем ты это принес? Это тебе подарок. Ну, я тебе говорю. Я ж тебе говорю, ну пересмотри, я согласен с тобой. Кретин ты, Самара. Жень, что, не возьмешь, что ли? Я же искренне, Михалыч, я от души. Ну что ты творишь, Олег? А чего я творю? Не, ну это змей искусить мой. Давай Ленке подарим, а? Держи, барабаш, ты же все-таки тоже женщина, как-никак. Вы похожи, вы же такие же, вас вот так на груди пригреешь, вы потом сердце жалите. Олег Александрович, вы себе льстите. Вот ваш яд отравит любую гадюку. Тебя-то, пожалуй, отравишь, гадюка. А мне рассказывали, во Вьетнаме их едят. А я смотрю, что там есть. Самара, на вызов. Бобров переулок. Дом 6, квартира 20. Рыбу готовят, кажется. О, рыба. Ты бы ел побольше рыбы. Там фосфор для костей полезен. Хороший скелет. Основа для роста мышечной массы. Ты ж худенькая и маленькая. Ветер подует, унесет тебя нафиг. Ну вот я тебе о чем и говорю, учись. А, мадам, а где, собственно, пострадавший? Тут я. Вот. Застрял. Это я на рыбалке. На рыбалке? На рыбалке. Неплохой улов. Пойдем. Угу. Пусик. Везет нам на любителей природы, матушки. Не, зря ты его вытащил все-таки. Надо было оставить. Пирсинг щеки рыболовным крючком. Это ж тренд сезона. А? Представляешь, понравилась тебе девчонка, подходишь ты к ней щекой там. Раз, прислонился, а она твоя. Я ему прислонюсь. Когда уходил с такой снастью? На карасика. На этих, что ли? Угу. Понятно. Лен, ты закончила? Ну все, дуй в машину. Я сейчас. Как насчет покурить? В медицинских целях, мадам. Затягиваемся. Все. Так, вдохнули. И надуваем теперь щечки медленно. Надуваем щечки. Не больно? И не выдыхаем, пока не скажу. Хорошо? Держим. Ну что ж, замечательно зашил. Ничего не пропускает. Ну, все. Можно выдохнуть. Видите? Вот оно, достижение современной научной мысли. Никакой сканер не нужен. Все видно. Давай, колись, как все было. Давай, мужик, мужика не вылез. Да не было никакой рыбалки, ну. Я у Варьки завис на сутки. Но я что-то подозревать стала. Она у меня-то. Ну да. Идем. Строгая. Но справедливая. Ну что, пришлось щеку крючком проколоть. Да, типа на рыбалке я. Крючком. На рыбалке-то. Пострадал. Слушай, это гениально. Попасть на крючок, чтобы соскочить с крючка. Ты стратег. Да, молодец. Да я еще не то могу. Слушай, ну вообще на самом деле, что ты тушуешься, а? Ты мужик. Ты охотник, ты рыбак, ты добытчик, ты в доме главный. Чего ты его одного оставил, а? Вдруг там чего надо помочь?
Пришел домой, жену к ноге вот так вот прижал, все. Нехрен и вопрос лишний задавать, и дело борщи варить, правильно? Не, я, наверное, так не смогу. Сможешь, я тебя научу, еще как сможешь. Ты, главное, верь в себя. Вот я в тебя верю. Давай сейчас прям попробуй. Давай, давай. Как-то долго он. Пойду посмотрю, что он там. Давай, давай. Иди, иди. Понял, как надо? Олег Александрович. Чего? Пора ехать. Спокойно, Барабаш. Я оказываю психологическую помощь пациенту. Вот сейчас увидишь. Тимофей, домой. Ты это... Нечего тут указывать. Я сам знаю, где и с кем. Да? Да. Вот, ну поздравляю. Молодец, теперь ты кто? Ты мачо? Так держать. Надя! Надюля! Чтоб домой не смел возвращаться, скотина! Это... А что, как же? Ну, а это... что? А ты теперь вольный мачо? А? За свободно отплатить. Я... Так... Надюша, Наденька, Надя, Надюша. Да, как все-таки измельчал современный мужчина. На что жалуемся? Просто плохо. Просто плохо? Угу. Угу. Позвольте очечки. Угу. Айзек, покажите, пожалуйста. Мне к вам мужской разговор. Вот это правильно. Все беды, они от женщин. Девочки, выйдите, пожалуйста, нам поговорить надо. Лично я никуда не уйду. Я знаю, чем эти разговоры заканчиваются. А как вас зовут, прекрасное дитя? Маша. Вы Машенька. Андрюшу знобит. Вы принесите ему одеялко, пожалуйста. Есть? Угу. Ага. Ну, давай, рассказывай. Привет. Не стесняйся, человек свой. Доктор, понимаете, мы с Машей, ну, того, да? Нет, нет, ну, то есть, нет? Как нет? То есть мы собирались, до этого не дошло, мы не успели, да. И я хотел, и она была не против, а потом
Ну, словом, родители мои сегодня на даче, а она у меня в гостях. Так, это вот сейчас прямо, да? Да. Это она, да? Да, то есть, ну, мы почти уже начали заниматься этим. Да. Ну, я понял, что не могу. Бывает. Вот, какой-то барьер и озноб, жарко. Ну, я и сказал ей, что я отравился, а она скорую вызвала. Спасибо, Машенька. А принесите подушку еще, пожалуйста. Что, совсем охренели, что ли, а? Тихо. Представляешь, если каждого, кого не стоит, будет скорую вызывать. Это город встанет. Знаешь, сколько людей в Москве? Только одни скорые будут. Джи-джи-джи. Импотенты, охренели вообще. Олег Александрович. Что? На пару слов. На какие пару? Бери чемодан, поехали. Олег Александрович, у него уже первый раз. И что? Ну то, что у него может травма остаться на всю жизнь. Надо оказать психологическую помощь. Мужик ты или нет? Я? Нет, пожалуйста, я мужик. Я могу на наглядном примере пойти в спальню сейчас. Понятно, не вариант. Спасибо, Маш. Вы пойдите в спальню пока. Ладно, подождите нас там. Мы быстро. Че ты лыбишься? Ну что, новобранец? Ты с теорией знаком хотя бы? Угу. Угу. Ну, уже полдела. Лишь проблема у тебя в голове, так? Так. И встретись с ней смущенный, ты вдруг остановишься невольно, благоговея богомольно перед святыней красоты. Слушай меня. Любишь Машу? Угу. Очень. Тогда слушай. Когда-то давно, лет 10 назад, у меня тоже была девушка любимая. Я за ней тоже ухаживал. Тоже не знал, как к ней подступиться, как вот этот первый шаг сделать. Я как-то смущался, зажимался, стеснялся, подумал, что она подумает про меня, что я маньяк, подонок какой-нибудь. Как у тебя сейчас мысли такие были? Неловко, да, стыдно. Я так ходил, напрягался, потом подумал, блин, а что я напрягаюсь? Если ей действительно дорог, если я ей нужен действительно, если она любит меня, то она поймет меня и простит мне и застенчивость мою, и неловкость, и естественную неопытность. Ну, а если нет, ну, значит, не твой человек. Значит, придет твоя единственная неповторимая жизнь. Это длинная еще впереди. Правильно? Так что бояться нечего. Угу. Давай, сомнения отставить. Подъем. Давай, боец, расслабься, соберись, поверь в себя. Все у тебя получится. Направо. В спальню шагом марш. За родину. Это, слышь, я тебе номерок оставлю, ты мне смс-ку пришли. Как все получится? Ладно? Давай мы с тобой. Все мужики мира с тобой. Но пасаран. Олег Александрович, вы психолог. Ну, так надо же смену после себя готовить. Сейчас, подожди. Иди в машину, спускайся, я сейчас. Оставить. Вдруг он там что с собой сделает-то, а? Ну, надо же собой... О, Олег! Ну, ты как вообще? Нормально. Хороший хирург и скальпелем побреется. Олег, ты словно заново родился. Ну, ладно. Извините, Олег Саныч. Будь добр, останови, пожалуйста, минутку. Да, пожалуйста.
ждут. Настя, ты это, ты извини меня. Я, честно, больше не буду называть тебя кнопкой. Это тебе. Да ладно, чего уж там. Не подойдете? Я тут поговорил с женой. В общем, спасибо. Мы предлагаем тебе временно пожить у нас. Да не, Михалыч, ну это неправильно. У тебя вон семья, дети, внуки на подходе, свои дела. Олег, не дури, соглашайся. Ну, как? Ну, вкусно, Лен. Как дома. Спасибо, Берна. Я старалась, Александр. Слушай, давай же без этих Саныча и на ты, а то я себя как дедушка чувствую. Михалыч, как будто у меня внуки не подходят. Ага. Давайте. Ой, давай, Олег. Ну, молодец, другое дело. А я знаешь, что подумал, Михалыч? Я в Ленке проживу, в Балагое перееду. Ну что, она меня будет кормить, поить, обувать, одевать, выгуливать по вечерам. Буду как у Девы Марии за пазухой. Уже есть парень. Парень, стена подвинься. Бригада 7. На вызов, срочно. Не, надо спасать нашу Ленку. Со всеми Самара голову заморочил. Доктор, вы уверены, что это абсцесс? Да. И что, мне теперь вырежут мои импланты? Вы не поверите, мне самому очень жалко. Но или долгая жизнь с единичкой, или... Вы не понимаете, ведь я же копила на операцию целый год. А что же вы в такую левую клинику-то обратились, милая? Ну я не переживу, моя грудь. Ёшкин кот, что делается? Девушка, а вы любили когда-нибудь? Это очень хороший вопрос. Ну-ка. Думаю, да. Вам-то будет легче меня понять. Ведь я же пошла на это ради любви. Ну, если мы чем-то можем вам помочь. Обещайте. Ты, Барабаш, ты за себя говори. Понятно? Обещаю. Знаете, я так долго ждала, когда она заживет. Мечтала о нежных прикосновениях. Вот я сейчас закрою глаза и представлю, как ее ласкают те самые любимые руки. Мы гуманисты, и ведь последнее желание пациента для нас закон. Мы не можем его не выполнить. Олег Саныч, не делайте этого. Леночка, а как же ваше обещание? Я не могу вас подвести. Это я просто руки грею. Холодно, не от радости вы не подумайте. Я вообще-то не вас имела в виду. Не поняла кого, Михалыча, что ли? Нет, ее. Ну давай, давай, обещала. Давай, делай. А я-то губу раскатал. Ну давай, Барабаш, твой выход. Давай, давай, в следующий раз умнее будешь. Только, пожалуйста, будь поосторожней. Смелее. Все, Самара, выгружай свою пациентку. Приехали. Михалыч, ну на самом интересном месте.
Михайлович! Извините. О, Олег. Да. Привет. Здорово. Побрился? Тебе идет. Спасибо, мне говорили. Слушай, ты это, ты на подстанции сегодня остаешься ночевать? Слушайте, вы что докопались до меня все, а? Сними квартиру, живи со мной. Что, жилье себе не найду, что ли? Не могу я один сейчас жить, понимаешь? Тошно мне. Я понял, 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 понял. Что ты понял? Я хотел предложить. Здорово. Выпить. Здрасте. Здрасте. Чего хотел? Выпить. Не хочешь? Извини. Я не хотел заранее говорить, но раз такие дела... Короче, в ближайшее время открывается новая частная скорая. У тебя там есть возможность поработать. Там зарплаты высокие, и клиенты сплошные випы. А кто процессом рулит? Ну, вообще-то я. Ты? Твоя скорая? Поздравляю. А откуда деньги? Ну, есть пару инвесторов. Да что, может быть, обсудим в ресторане твои перспективы? Давай, я приглашаю. Не, Игорюк, спасибо, в другой раз. Лен! Лен, подожди, подожди. Слушай, виноват. Вот сегодня виноват, перегнул палку. Признаю, прости, пожалуйста, признаю. Хорошо, извинения приняты. Хочешь, чемодан буду носить теперь сам. И по фамилии тебя называть не буду. Хочешь? Я уже привыкла. Ты что-то еще хочешь сказать? Ну, я просто подумал, что раз мы теперь на «ты», может, скрепим наши отношения на брудершафт вечерком. Надеюсь, это приличное предложение. Блин, ну как ты могла подумать? Я и неприличная. Это две вещи не совместные вообще. Что, Оленька, теперь это наш с тобой дом. Ну, как дизайн? Подходит? Ничего. Но я все бы переделала по-другому. Ну, у тебя такая еще возможность будет. Ну, а тебе, Настенька, нравится? Дом как дом, ничего особенного. Официально, ты, поздравляю. Целоваться будем? Положено. Ну, между первой и второй промежутка нет совсем. А знаешь, откуда традиция чокаться пошла? Не. Ну как, в древние времена было нормой же товарища отравить. Вот люди чокались, чтобы друг другу вино в стакан плеснуть, чтобы показать, что там яда нет. Яда. Совсем забыла. Ё-моё. Живая, слава богу. Барабош, ты что, с ума сошла? Зачем тебе змея? Я его домой отвезу и выпущу, у нас там вокруг леса. Ты даешь, барабаш. Гринпис тебе надо, а не в скорую. Да. Знаешь, а я ведь тоже как змея в банке. Сижу, коплю свой яд. Коплю, 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 коплю. Кто ко мне может подойти? Кто меня в руки возьмет? Никто, пациенты, только и близкие люди. Одних я лечу своим ядом.
а другим больно делаю. Зачем ты так, Олег? Ну, это ведь правда, Ленка. Чистая, горькая правда, как шоколад. А почему ты с женой расстался? Понимаешь, любовь, она же как змея в банке. Ее надо подкармливать. Ей много-то не надо. Хотя бы раз в 3 месяца мышоночка какого завалящего. А я даже этого не делал. Ну как? Уложила? Уложила. Только ты не обижайся на Настику, ладно? На самом деле ей понравился и дом, ее комната понравилась. Просто мы должны немножко к тебе привыкнуть. Да-да, Оль, я все понимаю. Ну что, поехали? Отметим наше новоселье. Поехали. Маленький мой, на бок уже. Олег. Ну что, мне для тебя ничего. Олег, мне кажется, тебе уже ничего хватит. Ничего не жалко. Слушайте, чего вы мне указываете все время? Чего мне хватит, а чего не хватит, а? Что за манера такая? Кто это вы? Прости, пожалуйста. Прости, прости, прости. Прости, пожалуйста. Я ничего плохого не имел в виду. Прости. К тому же мы теперь на «ты». Слушай, коньяк какой-то слабый. Может, змеюк туда кинем для крепости? В Таиланде так делают. Я там был, я видел. Олег, уймись. Лена. Ой, Ленка, Ленка. Былая Ленка. Я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. Да. Я и не говорил этого тебе ведь еще. Твои руки. Есть одна проблема. Они очень красивые. А ты знаешь, почему женщина-медик привлекает практически любого мужчину? Не знаю. А потому что подсознательно ему кажется, что у нее должен быть спирт. Лен,
Я тебе хочу сказать, что... Олег, не надо. Такой. А можно я его себе заберу? Помнишь, ты мне его подарил? Забирай, конечно. Спасибо. Я домой приеду, пузо ему зашью. Лен, я просто тебе хочу сказать... Олег, давай не сейчас. Тебе же было хорошо, правда? Правда. Значит, сейчас это самое главное. Ну, а то, что было, я же все понимаю, ну... Выпили, всяко бывает. Ты потом для себя реши, важно это для тебя или нет. Я пойду. Не провожай. Не надо, чтобы нас видели. Ты вся светишься. Че, вообще язык нашла с Самарой? Ну-ка. А че ты глаза-то прячешь? Ну? 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 Ну че, глазами стреляешь-то? Что, да? Ну? Ну что, ну? В общем, мы вчера были вместе. Ну, ты даешь. Ну и он... Ну, он... Он как-то... Тихо. Ну, чего? Что? Ну, что-что? Ну, он... Ну, да. И ты? И я. Прям вот... Не, ну, супер же. Ну, расскажи, ну, как... Где хоть? Ну, там... Привет, девушки. Ух, барабаш, что ты опять ешь? Смотри, поп вырастет. Я палец поранил, у меня кровь. А, кровь. Кровушку пьешь. Ну, спасибо, что не мою. А я вот жду свой кофе. С сахаром, без крови, понятно? Хорошо, Олег Александрович. Я тебя жду. Очень. Таким образом, мы с вами находимся в фазе гиперактивности Солнца, которая продлится около суток. Из графиков, которые были подготовлены нашим центром, видно, что хронологический апогей активности придется на 5 утра этой ночи. Вспышки на Солнце несут опасность людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Олег. У них могут развиться гипертонический кризис. Я хотела сказать... Инфаркт, инсульт, приступы аритмии. Поэтому... Ну, пойдем. Александр, у тебя кофе? Да потом, не до кофе сейчас, пойдем.
Итак, дамы и господа, повторяю, Барабаш утверждает, что завтра с 2 до 7 утра наибольшее количество вызовов придется на 5. Кто из вас готов с ней поспорить? Делайте ставки, господа. Банк предоставляет вам фантастическую возможность. Вы ставите 100 рублей, выиграете 200. Да нет, что мелочиться? 300 рублей. 5 часов, мертвое время. В чем подвох, Самара? А может, стоит рискнуть? Дело-то верное. Ну, это ж Самара, опять он всех разведет. Не упустите, не упустите уникальную возможность. Банк гарантирует выплаты. Обеспечьте безбедное существование себе и своим близким вплоть до 8-го колена. Господа, подходите, прошу, делайте ставки. Ну что вы такие кислые? Поверьте мне, никого подвоха, все чисто. Ля-ля, поехали. Ставлю 100 рублей. 100 рублей Морозова. Хвалю за смелость. Записываю. 100 рублей Морозова. Корнеев? 500 рублей Корнеев, это прекрасно. Пузиков, 100 рублей так мало, но это не по-пацански. Сафонова, Штукарек, вот это, браво, браво, ай, молодца. Малашенко, ты что стоишь? Что стоишь? У тебя что, денег нет? 300 рублей, хочешь 300 рублей? Долг, долг, 300 рублей, долг, Малашенко. Ой. Так что такое здесь происходит, а? Лишние деньги появились? Ну-ка, быстро разошлись все по местам. Быстро отсюда! А то премии всех лишу и будете знать тогда. Что ты тут творишь, а? Тоже мне букмекер хренов. Доу Джонс, Насдак. Кстати, на Райску запиши еще. 1005, я думаю. Угу, сейчас. Ну, хорошо, хорошо, я не давлю. Пожалуйста, отдашь получки или муж займешь. Да? Угу, размечтался. Седьмая бригада. Срочно на выезд. Бригада Самарина на выезд. Олег, а если мы проиграем? Спокойно, Барабаш. Верь в лучшее. Люди к тебе потянутся. А я верю. Хорошо, что приехали, мужики. Здорово. Здорово. У нас тут женщина. Привет. Под плиту попала. Под плиту попала? Поможете, да? Поможете достать? Можно было нас не вызывать. Вот, давай, ищи, да. Ну ищи быстрее. Вон там она. Давай. О, да сами скорая. Достаньте. Быстрее. Женщина проходила вот здесь. Пойдем. Плита вот эта вот упала. Посмотрим. И накрыла. Она там под плитой. Быстрее. Вот здесь проходила. И когда вот здесь проходила, на нее плита упала. Ага. Нет, три плиты. И накрыла. Три плиты. Понятно, сейчас достанем. Да. Нормальный камушек. Я сейчас, ну-ка. Я сейчас приподниму плиту, а вы подровняйте, чтобы на бок не съехало. Ну давайте, а вы звали ее? Да. И чего? Че, молчит. Молчит, не откликается? Надо еще позвать. Лен, позови, пожалуйста, а. Посмотри. Барабаш, давай, смотри внимательно. Вы точно звали ее? Звали. Да звали. Эй! Женщина! Слушай, ну сейчас, подожди, не поднимай, давай послушаем. Женщина! Женщина! Тихо. А давно упал-то? Нет. Прямо вот здесь. А точно вот под здесь. Этой плитой? Да. Ну давай, поднимай. Пошеруди там руками, Лен. Быстрее, давайте. Она там задыхается. Ну, залезь, посмотри туда. Ага. Залезь поглубже, давай. Лен. А я? Ага. Ай, ну что ж ты дурилка, аккуратней. Ну ничего, до свадьбы заживет. Лен, давай быстрее, время, да теряем не время. Видно. Ну не видно ничего. На фонарик. Давай, на, давай. На, вот фонарик посвети. О, Никита, давай, газу, газу, повыше поднимай, да? А ты там пошурши, а ты с чемоданом давай сюда быстрей. Вот. Опа. Только вот. В смысле? И все? И больше нет ничего? Точно? Ну, это не женщина. Ну, еще не девушка, в принципе, то есть уже. Правда? Ну, держи, Санек. Че это за дела? Это же это. Свали. Слышишь ты? Это мужики. Слышишь ты, мужики, урод. Это не я. Я тебя спрашиваю. Это она.
А может быть, Саня, ей это беги, просто показалось? Беги, это она! Тебе показалось? Да! Сейчас тебе покажется! Понимаете, каждый день... Стой! Да оставь его! Ну оставь его! Сань, беги! А зачем? Ну дурак, ну больной! Да стой! Она! Стой! Это она! Опять лыжный вызов. Ты чего? Уже не ложный. Да, Санек. Классно ты МЧСника развел, конечно. Настоящий артист. Мы в прошлый раз, когда к нему выезжали, он нас чуть не заставил под лед лезть, утопленника вынимать. Да. Да вы... Вы все знали? Да. Зачем вы так с нами? Лен, ты так самозабвенно под плиту полезла, я тебя не хотел останавливать. Любовался тобой, понимаешь? Жалко только, что фельдшерам мини-юбки не дают. Кстати, поставлю вопрос перед Райской ребром сегодня. Михал, предлагаю всех фельдшеров женщин одеть мини-юбки, а мальчиков в шортики. Самара, уймись! Хватит тебе уже проблем! Нет, ну серьезно! А что, для психологической разгрузки? Как тебе идея? Вот не смешно. Михалычу нравится. Сволочь вы все-таки, Олег Александрович. Я маникюр делала, старалась. Привет, Ритуль. Не просите? Да ради бога. Ну, какие у нас новости? Никаких. Так, ну-ка, колись давай. Не, не могу, Игорь Иванович, не могу. Я слово дала, не могу. Рита, ты же знаешь, я могила. Угу, знаю я вашу могилу. Ну, обижаешь, ну. У Самары с Леной роман. Да ну. Ну да. Бедная девочка. Здравствуйте. А как пройти в 101 офис, скажите? Вон в ту проходную. Спасибо. Пожалуйста. За мной. О, врачи. Да. Все-таки случилось, видно, что. Набирают секретари всяких там, орет, как баба из подворотни. Здрасте, что случилось у вас? Пожалуйста, сюда, доктор. Ну, что болит? Ничего не болит, что происходит? Ну, что, ну, что вот это? Я не понимаю, что это такое. Ну чего, болит, что молчить-то? Извините, пожалуйста, не знаю. Ну что, налицо следы удушения. Попытка изнасилования. Вызываем опергруппу. Нет, пожалуйста, не надо. Не надо. Не надо полиции. Не надо полиции? Ну, может, расскажете, что произошло? Да, никакой попытки изнасилования не было, доктор. А что было? Я сам не знаю, доктор. Ну, а кто знает? Да, да, я где-нибудь приставал, это я не отрицаю. Ну, а что здесь такого? Что здесь такого? Ну, а что-то отрицать, действительно. Если бы она мне не нравилась, я бы ее не принял на работу.
Так. А может, поподробнее? Мне вот как врачу интересно просто подробности. В общем, Дина стояла, делала кофе, и я подошел сзади. Как обычно? Нет, ну, она была, кажется, не против. Она... Я тогда обнял ее за грудь. И... Нет, ну, если ей это не надо, то так и скажи. И, в конце концов, мне по роже ударить, ну, она стала орать. Она кричала, как будто ее стадо бизонов топчет. И кофемашину разбила. Я не знаю, там сейчас в офисе что про меня думают. И выйти не можем, как заключенные здесь сидим. Ну, а душили ты ее зачем? Рефлекторно. Нет, честное слово, доктор. Я в жизни пальцем женщины не тронул, верите? Ну, пальцем не пальцем. Вообще странно, конечно. Обычно директор на секретаршу орет, тут наоборот. Диночка, скажите, вы зачем дядю напугали? Ну, ладно, проведем тогда пока общий осмотр. А? Позвольте вашу ручку. Успокойтесь, Диночка. Я врач. Дина, вы мне как женщина неинтересны. Успокойтесь. Ого, Дина, а вы чего так нервничаете? У вас был нормальный пульс уже... 150 в минуту? Так, знаете что, мне нужно проверить одну теорему. Диночка, только вы, пожалуйста, я вас заранее прошу меня простить. И не кричите, ради бога, но мне нужно это сделать. Видите? Все-таки я был прав. Значит, я думаю, что мы имеем дело с гипервозбудимостью при сексуальных контактах, которая проявляется вот таким вот образом, в крике. Ничего, в общем, плохого или опасного в этом нет. Просто такая вот особенность организма. У Дины. То есть, доктор, это что значит, что она была не против? Вы спросите у нее сами. Только не хватайте. Хорошо. Дина, это правда? Спасибо, доктор. Если я мог бы вас чем-то... Да нет, ну что. Елена Борисовна, пойдемте. Могу смотреть, сердце кровью обливается. Хороший кофеварка. Кстати, чтобы в офисе лишнего не говорили, вы скажите, что Дина кофе на себя вылила просто, и все. А пятна на шее пусть шарфиком замотает каким-нибудь. Спасибо. Да нет. Спасибо. И это, Андрей, ну вы не так подрей. Постараюсь. А у нее правда гипервозбудимость? Лен, ну ты что, как ребенок, какая возбудимость? Блеф-то все, конечно, нет. Александр, а как же так все это тогда? Ну как, а что, мужику нравится секретарша. Он к ней начал так легонько приставать, подошел сзади, за грудь взял. Она от неожиданности, естественно, завопила. Но он в порыве страсти ее придушил слегка, и все. Что я должен делать-то? Дать в морду ему. Нет, если бы он был просто похотливый козел, это одно. Но тут другое дело. Мне кажется, они действительно нравятся друг другу. Ну, просто вот так получилось у них. Ну, зачем за грудь-то хватать? Можно же сказать. Ну, просто вот некоторые мужчины только так могут проявлять свои чувства. По-другому не умеют. Понятно. То есть ты захотел им дать шанс? Ну да, а чего? Она явно не против. У него тоже дополнительный интерес появился. Ведь гипервозбудимость это так окрыляет. О, ну, пожалуйста, ну, что я говорил? Все-таки ты романтик. Хотя шанс, конечно, плюгавенький. Один на миллион. Михалыч! Хватит спать, поехали.
Олег, я пирожки из дома принесла. Нет, я без обеда, у меня дела. Олег, а я хотела поговорить. Ну, не могу, Ленусь, у меня встреча. С девушкой? Точку. Давненько мы с тобой не виделись, да, дочь? Угу. Я соскучился. Я тоже соскучилась. Спасибо за конфеты. Не за что, обращайтесь. Расскажи, как у вас, как дома? Все хорошо, пап. Как там дядя Илья? Нормально вроде. Компьютер мне новый подарил. Да ты что, компьютер, да? Здорово, да. Компьютер — это не конфета, конечно. Пап, а почему вы поссорились с мамой? Ну, как тебе объяснить, Донь? Мама полюбила другого человека, дядю Илью. Поэтому нам вместе быть неправильно уже. Пап, а ты всегда все делаешь правильно? Нет, конечно, да нет. Хотел бы, но не получается. Пап, а ты делаешь что-нибудь опять неправильно? И вы с мамой помиритесь. А ты знаешь, что если ему нос потереть и желание загадать, то оно сбудется обязательно. Обязательно. Пап, ты не ответил. Самара, свободен? Да все то же самое. Здрасте, скоро вызывали. Тихо, тихо, тихо. Доктор, я тебя умоляю, дай мне хоть что-нибудь. Я просто только-только откинулся. Я раньше-то у папы брал, а теперь все на районе чужие. Я вас очень прошу. Ты что, не видишь, у меня ломка? Вижу. Слушай, ты вроде так интеллигентно выглядишь. Где фень-то нахватался? А ты место на зоне не для меня оставил, нет? Я сейчас тебе ампулу, а потом вместо тебя на Колыму лес валить? Так, что ли? Я давно не что-нибудь. Мне даже чисто, чтобы взбодриться. Хоть что-нибудь. У меня все ампулы под отчет. Пошли. Слышь, доктор, а давай тебе на прощение на баяне сыграю, а? Слушай, не бери греха на душу. Ну ладно, говорил. Настойчивый парень, молодец. Есть одна штука хорошая, специально для тебя. Хотел с фельдшером поделиться, но для хороших людей ничего не жалко. Ставь чемодан. Все будет, все, так успокойся, братишка, сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Давай. Ладно? Баян, давай. Давай, Баян, музыкант. У меня шприцы тоже под отчет все. Баян, давай, я говорю. Сам справится. У него опыт побольше твоего. Да? Дай перетянусь. Ремнем перетянешься. Вперед. Вперед! Александр, что вы ему дали? Витаминку, плацебо. Хотел челюсть дать, потом передумал. Не дай бог, кулак разобьешь об зубы. У него там в крови целый букет наверняка. ВИЧ, гепатит, АБЦД, витамины, в общем. Давай. Убьет! Михалыч, пока тут загорал, у нас там такой клиент. Красавец просто. Олег, Олег, Олег! Ты что делаешь, не трогай его! Мама, ручайся!
Сын, мне перчатки неси, я сам все сделаю. Не прикасайся к ним. Он любит, нехорошо. Что у вас? Я сейчас полицию вызову. Давай, давай, вызывай. Вызывай, вызывай. Ну все, 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 все хорошо. Ну все, все, все в порядке. Главное, в тебя не попал. Ну все. Ну, спасибо Мишке. Это не моя кровь, это его. А у меня ранки висят, мне кивлят, цветы это. Да ничего, никакие ранки. Все зажило уже, ты чего? Ничего нет. Все, это ерунда. Да тут попал капля. Все нормально будет, слышь? Все, перестань. Все будет нормально. Слышишь меня? Подожди, я сейчас. Он сопротивляется еще. Лежи! 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 Не дернется? Не дернется, не дернется. Это хорошо, что сопротивляется. Это очень хорошо. Давай мне ручку. Смотри. Ни одного живого места. Так хоть вену вздулить. Сейчас войти легче будет. Давай. Мишка маленький, спасибо тебе. Мы тебя обязательно вылечим, мы тебя починим. А чё так много крови-то, Олег? Вампиров пугать. Я думаю, что медицинской карты у него нет. Сейчас возьмем кровь, проверим, все анализы сделаем. А не проще было бы Ленке самой провериться? Нет, не проще, Михалыч. Гепатит, инкубационный период 3 недели, успит вообще полгода. Она за это время с ума сойдет, так мы как хоть будем знать, что она ждет. Ну, держи. Ага. Так. Ну, все. О, Господи. Сейчас менты приедут и сдать ему. Где он? Здрасте, вон. Здрасте. В машине. Ну, в машине. Наркоман накинулся. Просил наркоту. Чуть-чуть-чуть, минуть. Прости, пожалуйста, я понимаю, что вопрос сейчас не в кассу. Просто работы сегодня уже не будет, сама понимаешь. Ты куда сейчас? Не знаю. На поезд и домой. Лен, ну какой поезд? Ты посмотри, в каком состоянии. Ты чего? К тому же нам к следователю с утра надо. У меня и квартиры-то нет. Ладно, я знаю, куда поедем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Лен, ты как там? Чего она там? Не знаю. Сама с собой, наверное, хочет побыть. Как ты думаешь, обойдется? Сейчас отвезешь кровь на анализ, посмотрим. А анализ крови быстро сделают? Надеюсь, что быстро. Ты-то сам как рука. Да ладно, сука, тяпнула. Кобель. Ну, кобель. Свитер жалко. Да, заживет, как на собаке. Заживет, заживет. Пару уколов в живот и все заживет.
Чего это в живот-то? Я что, медведь, что ли? Не бухти, раньше вообще по 40 делали. Да ладно. Да ладно, но лучше 40 уколов сейчас, чем потом 40 дней отмечать. Слушай, а чего ты Ленку в центр-то везешь? Ну, просто хочу Москву ей показать. Это что она? Электричка работает, толком не видел ничего. Угу. Ну, не хочешь, не говори. Михалыч. Красиво, да? Эпота. Олег Саныч, а как же вы за номер за такой заплатили? Ну, во-первых, не Олег Саныч, а Олег. Мы же не на работе. А во-вторых, пари и куча денег. Ты забыла, что ли? Только не говори, что мы проиграем. Спасибо тебе, Олег. Люда, хорошо я не упался. Хорошо, ладно. Не волнуйся. В моей жизни было и похуже. Ничего. Все потом было нормально. Будь что вспомнить, внукам рассказать, посмеяться. Это ты меня успокаиваешь? Не надо, я все понимаю. Работа такая. Просто спать очень хочется. Ну, ложись. Я дождусь. Не понимаю, зачем тебе нужно? Вот, пожалуйста, как вы и просили. Продезинфицировали и высушили горячим феном. Спасибо. Спасибо большое. Пушисто. Пушисто. Спаситель мой. Теперь можно спать спокойно. Олег, ты скоро ко мне придешь? Скоро. Это хорошо. Потому что... Да, Олежек, слушаю. Так. Так, хорошо. Хорошо, я все понял. Я все сейчас сделаю. Да. Пока. Леночка. Да. У меня к вам нижайшая просьба. Ah!
Ну что ж, результаты лучше, чем я думал. Основного букета у него нет, только гепатит С. Ну, конечно, с гепатитом шутки плохи, сам понимаешь. Но отчаиваться раньше времени не стоит. Главное, успокой Лену, пожалуйста. Хорошо. Как она? Ну, как сами понимаете, переживает. Бедная девочка. Конечно, надо провести полное обследование, дождаться результатов ее анализов. Ну, да, да. И тогда можно будет вздохнуть спокойно. Ну, Олег, будем надеяться на лучшее. Ну и потом, гепатит С – это не приговор. Ну да. Передай, пожалуйста, Лене, пусть обязательно зайдет ко мне. Хорошо. Спасибо, Мини Павлович. Ну давай, Олежек, будь здоров. Да. Да, поняла. Да, принято. Ну вот, началось. Алло, Аринушка, не спишь уже? Это Олег Самарин. Да ну что ты, какой спаситель? Ты как чувствуешь себя? Вот молодчина, горжусь тобой. Там мне особо нечем похвастаться. Вот из дома ушел, на работе живу. К тебе переехать? Слушай, а что, это хорошая мысль? Хорошо, спасибо тебе большое. Хорошо, сегодня прямо и приеду. Ага, хорошо, ну пока. Доброе утро, Соня. Олег, ты что, совсем не ложился? Да не спится что-то. Понятно. Какие новости? Новости какие? Хорошие новости. Мы выиграли пари. Как тебе это удалось? Помнишь, дядька вчера постращал гипертоников по телевизору? Солнечная активность, 5 утра. Но у нас народ там мнительный, все бросились в скорую звонить. Ну, это просто. А анализ? Чего? Анализ? Какой анализ? А, наркоман анализ? А, все нормально. СПИДа нет у него, гепатита нет. А нет, Б нет. Д, И, Ф, Г, Х тоже нет. Ну ладно, С у него. Но это ничего не значит еще, ну перестань. Слышишь? Кто такая Аринушка? Ну, Арина Львовна, бабушка, помнишь, которую мы с той званой вытащили? А девушка, с которой вчера днем встречался? Какая девушка? А, Настя, дочка моя. Рабаш, ты что, ревнуешь, что ли? Уже нет. Ну, как там Арина Львовна выкарабкалась? Да. Бодра, весела, полна силы, задора. Позвала меня пожить к себе, я согласился. Такие отели мне не по карману, к сожалению. Олег, а что, если мы с тобой скинемся и будем снимать квартиру вместе? Ленка, мне кажется, это плохая идея. Ну, я только с женой расстался. Мне надо как-то это осознать, пережить все. Я сейчас не могу так сразу, Лен, пойми. Ну, прости меня, правда. Не мучи меня, пожалуйста. Помнишь, ты вчера говорила секретарше, которой нужно дать шанс? Так вот, мне ты не даешь ни единого шанса. Вадик, парень мой, пожалуйста, заберите заявление. Какой парень? А, наркоман, что ли?
Он не всегда был таким, он бросит, он мне обещал. Он сидит и бросит, это я тебе обещаю. Пожалуйста, заберите свое заявление, ему нельзя в тюрьму, он там умрет, пожалуйста. А гепатитом людей можно заражать, а? Пожалуйста, ну я вас очень прошу, ну пожалуйста. Слушай, ты что так за него цепляешься? Может, тебя тоже заразил, наверное. Иди сюда. А это не он, это я его заразила. Мне в больнице гепатит донесли такие врачи, как ты. Пожалуйста, я вас умоляю, заберите заявление, ну пожалуйста, я вас очень прошу, он умрет в тюрьме. Заберите свое заявление, ну пожалуйста. Мы заберем заявление. Ты что, с ума сошла, что ли? Мы заберем его. Уверен? Да. Интересно, почему? Хочу дать шанс. О. Спасибо. Ну ладно. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, я обещаю, я в деревню его увезу, он там выздоровеет. Спасибо вам большое. Спасибо. Большое спасибо. 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 Спасибо вам большое. Значит, точно решили заявление забрать? Угу. Ну что ты за человек, Самарин? Все дела мне портишь. Сначала с аварией, потом с медведем, теперь с наркоманом. Я не пойду с тобой в разведку. И лучше нам больше не видеться. О, вот это золотые слова. Согласен. Хорошо. Всего доброго. Сейчас, подожди мне минутку, ладно? Слушай, Прокопенко, я одного не могу понять, почему медведь, а? В смысле? Ну как, у вас было сотни причин, чтобы меня засадить. Вы выбрали эту дурацкую подставу с медведем. У вас в результате дело развалилось сразу. Не для протокола? Ну, само собой. Ну, смотри. Лиманов хотел тебя подставить и поручил грязную работу мне. Так. А мне это не надо. Ну, а потом я смотрю, ты человек-то хороший. Вот и прикинулся дураком. И пошел на тебя с медведем. Ах ты хитрый жук какой. Так я еще спасибо тебе должен сказать, получается? Говори. Не-а. Ладно, Олег. На самом деле спасибо. Да, и больше мне не попадайся. Ты мне тоже. Ха-ха-ха-ха. Ну, ты довольна? Олег, у меня скоро поезд, но если хочешь, я могла бы еще остаться. Ленка, я сегодня у Арины вон ночую первую ночь, как-то неудобно. Понятно. А если хочешь, мы можем вместе поехать. Ты же сам хотел ко мне в город. Отдохнешь, расслабишься. Я не могу уехать, Лен, прости. Ну, пока. Давай до вокзала тебя провожу хоть, Лен. Не надо. Проснулся? Доброе утро. Доброе. Ну что, Олежек, невесты тебе снились на новом месте? Ага, приснятся они, как же. Все больше менты да наркоманы. Хотя нет, вру, приснилась одна с голосом райским и фамилией подходящей. Ну вот, может, сон в руку. Да ты что, не дай бог. Типун тебе на язык. Ой, Олеж, может, лучше споешь? Можно спеть? Чего ж спеть-то? По диким квартирам Московия, где золото прячут в шкафах, бродяга судьбу проклиная,
таскался в потертых штанах. Шапченка, на нем нет шапченки арестанта. Зато есть синий врачебный халат. Уж больно жалостливо, грустно. Олеж, тебя что-то гнетет? Все гонят, все клянут. Мучителей толпа. Да, вот, Аринушка, представляешь, на четвертом десятке понял, что не умеешь с женщинами общаться. Да брось ты. Никогда не поверю. Да с дочкой вы не разлей вода. И мы с тобой вот как-то разговариваем. Ну, с дочкой-то да, и с тобой. А вот в диапазоне от 15 до 60 просто катастрофа. Беда какая-то. Через 5 лет, я так чувствую, мы с Настей уже общаться не сможем. Теперь уже, когда она на пенсию выйдет только. А я вот, боюсь, не доживу. Доживешь. Наешь мед. Мед. В нем 22 полезных элемента. Это да, что? Я вычитала. В крови всего надо бы больше. Угу. Только что на мед? Может, на кровь сразу перейдем? Итак, могущественный криминальный авторитет Шишкарев продолжает нести потери. Примерно месяц назад был взят под стражу ближайший подручный Шишкарева. Следствие утверждает, что Андрей Ремезов, он же Рэм, замешан в целом ряде громких преступлений последнего времени. А уже сегодня был найден убитым еще один подручный Шишкарева, некий Сергей Яровой, более известный в своих кругах как Кабан. По иронии судьбы, он был найден под дубом в лесной чащобе. Что это? Начало войны или случайные совпадения? Мы пытались задать этот вопрос самому Шишаку, но тот отказался от комментариев. Геннадий Петрович! Геннадий Петрович, можно один вопрос? Геннадий Петрович, ну один вопрос! Да ты не рыпайся, кукла, сейчас камеру разобью к черту! Извини, братан. Заплутал. Куда ты? Куда ты, Олег? Надо друга навестить. Олежек, ну как же без завтрака? Некогда, Аринушка, некогда. Привет, Лев, как ты тут вообще? Да не очень. Чего, как нога? Да при чем тут нога? Про кабана слыхал? Слыхал. Короче, кабан 3 месяца информацию на Шишкарева сливал нам. Угу. Пел так, что успевай записывать. А с месяца назад Рэм, ну, из-за которого я сюда попал. Mm. Рэм вычислил нашего информатора, поэтому мы его изолировали. Mm. И для пущей надежности меня к нему подсадили. Mm. Но видишь, как все вышло. В общем, неделю назад кабан пропал, а сегодня его убитым нашли. Я не понимаю, то ли по нашему каналу информация всплыла, то ли все-таки Рэму удалось на волю весточку передать. Каким образом? Да я не знаю, каким. Кроме твоего коллеги, в нашей камере никого не было. Ну да, ну да, ну да. Слушай, Лёва, знаешь чего? Я вспомнил, как раз неделю назад где-то видел на подстанции подручного Шишкарева такой мордатый, такой белобрысый, альбинос такой. Белобрысый? А, я знаю его, да. Он мне даже хрюкнул в ответ. Хрюкнул? Хрюкнул, да. А чего он хотел? Не знаю, может, ты сказал, что-то я его спугнул. Может быть. Я ему говорю, а что вам здесь нужно? Он мне в ответ и пошел. Странно. Ну и что делать теперь? Да что делать, что делать? Что тут сделаешь, когда я лежу тут как... Да, как ни крути, задание я провалил. Да ничего ты не провалил, Лёх, что ты провалил-то? С каждым может случиться. Молодец ты, мужик, я тебя уважаю. А все будет хорошо. Да не, брат, не. Все будет хорошо. Ладно, давай. На связи. Давай. И мандарины кушай. Они полезны. Ленка, привет!
Че нос повесил? Доброе утро, Игорь. Ну, видишь, утро доброе, а ты идешь чернее тучи. Ну. Останови. Ну что, опять? Опять с Самарой проблемы, да? Ох, Ленка, смотри, доведет тебя Самара до беды. Слушай, у меня фельдшер в отпуск уходит. Приходи ко мне в бригаду, а? От Самары отдохнешь, за жизнь подумаешь. Хорошо, Игорь, я подумаю. Подумай, подумай. Вкусно тебе, Олежек? Очень. Ну, кушай. Почему ты? Ой, здорово, Лен. Смотри, Ритка напекла. Ты когда нас порадуешь пирогами да слойками? Доброе утро, Олег Александрович. Опа. Даже не Саныч, а Александрович. Доброе утро, Елена. Какое? Борисовна. Побольше. Доброе утро, Елена Борисовна. Что-то не поняла. А что у вас происходит-то? Ничего. У нас с Олегом Александровичем нормальные, ровные рабочие отношения. О как! Ну-ну! Как только ушел мой Мишенька 20 лет назад, так одна и кукую в четырех комнатах. Хорошо, хоть соседка Аннушка заходит. Прибраться, помыть, постирать. Ой, то не бесплатно, конечно. Ты сейчас бесплатно будешь что делать? Конечно. А недавно я квартиру подписала. Вот, так что как только отмучаюсь, будет жить в хоромах. Прошу вас, Олег Александрович. Благодарю вас, Елена Борисовна. Какой у вас политес. Ага. Осталось только перчатку снять и бросить ее в меня. Ну, что там, доктор? Что там? Мои соболезнования. Инфаркт, да? Я так и знала. Ну, пора мне на небеса. Мои соболезнования соседки. Долго я еще 4 комнаты убирать. Никакого инфаркта у вас нет. Сердце у вас абсолютно здоровое. Вам не на небеса, а в космос надо. Доктор... А я жалуюсь на здоровье. Жалуйтесь на болезни, тогда приедем. А у меня в боку колет. Боку? Ну, это не ко мне, это в Азербайджан. Ну, скажите хотя бы, активированный уголь помогает при похудении? Конечно, помогает, если вагоны грузить. Всего доброго. Оп, ты смотри на него, а. Дело. Почему пациентка жалуется? Ну, Рит! Что, Рита? Что, Рита? Мне тебя учить, да? Да я не мог витаминчиков вколоть куда надо для вида. Нет, знаешь что, давай-ка разворачивайся, дуй к ней и сделай так, чтобы она мне не звонила каждые 5 минут. Все, конец связи. Врачи, всему надо учить. Правильно говорю? Ну? Ну, вот так. Так, значит, не сдается генеральша. Пошла в контратаку. Ну? Ты нравишься пожилым. Ага, а ты пассажиром с детьми. Михалыч, давай-ка сейчас к Арине Львовне заедем, это у нас по дороге. Зачем? Не спеши, сейчас все узнаешь. Ну, бабуля, держись. С утра
утро, моя милая, был в гостях у тебя. Ты не ласково встретила, огорчила меня. Где живешь же ты, милая? О, опа, здорово, Игорян. Всем привет. Какими судьбами-то? Так я же выходной, вот к знакомому заходил. А-а-а. Баян откуда? Это не баян, это аккордеон. У хозяйки взяла. У нее и гусли есть, и домбра, и это как ее? Жалейка. Жалейка, вот. Ложки есть? И ложки есть, но не лаптями щи хлебать. Слушай, кстати, раз встретились, есть разговор к тебе, Михаил. Слушай. Помнишь, мы с тобой в Терябу ездили? Ну, такое забудешь. А если я не ошибаюсь, ты же с Ромом контачил? А, ну, да, я. В общем, не буду скрывать, общался вчера с людьми. У них есть подозрение, что через нас каким-то образом могли передавать информацию от Рома на Волю. Ты меня подозреваешь? Да нет, Игорян, я тебя не подозреваю. Я просто думаю, каким образом это могло произойти. Я видел, как недавно урку твоего ящика крутился какой-то. Я просто подумал, может быть, Рэм каким-то образом незаметно мог подсунуть тебе записку в карман. Олег, во-первых, Рэм был спилен по рукам и ногам. И у него кляп был во рту вместо соски. Во-вторых, с нами охранник все время находился. Ты не заводись, я просто хочу понимать, правда. Да, нет, точно, не точно. Могло быть такое? Да исключено. Все хорошо, значит, я бред несу, извини. Ладно, все нормально. Ты насчет работы новой подумал? Олег! Она опять Рите звонила. Вот неугомон, а? Извини, Игорь, в другой раз. Ладно, поговорим. Да, давай, Олег. Пока. Пока, ребят. Вот неугомон. Ну, подожди у меня, ты допляшешься, а? Пойдем. Ну что, Михалыч, ты в деле? Спрашиваешь, а то отлично наш человек. А вы что скажете, Елена Борисовна? Как все. Как все. Правильно. Она в спальне ждет. Дверь открыта. А вы чего вырядились так? Гостей ждете? Олег, может, ей взаправду нехорошо? Сейчас проверим. Ждите здесь меня. Музыкальная композиция «Что так жадно глядишь на дорогу» силами скорой помощи. Солист проездом из Катманду в Самару. Что так жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг? На сердечко забило тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо, да промчавшись тройки во след? На тебя подбоченись красиво, загляделся проезжий коронет. Не нагнать тебе бешеной тройки, и кони сытые, резвые, бойки, и ямщик под хмельком их другой уж умчался корнет молодой. А вы себе позволяете? А что такое? Что вы себе позволяете? Что это значит? Что это за балаган здесь? Смотри, вот, видишь, выздоровела. Вот она, сила искусства. Да я жаловаться буду на вас. Жаловаться на кого? На корнета в трусах и в челме? Да?
Мадам, в следующий раз, прежде чем вызывать скорую, послушайте меня, 1000 раз подумайте. Может быть, кому-то в этот момент действительно нужна наша помощь? Теперь уже точно нужна наша помощь. Иди отсюда! Идите отсюда все! Я вас завтра всех засужу. Да давайте я вам можно. Я в министерство позвоню. Вы что себе позволяете? Я генеральша. Ждем звонка. Аплодисменты. Да, да. Уроды какие-то. Артисты погорелые. Уходим. Аплодисменты. Вы тоже. Вот оно не надо. Между прочим, ты могла бы помочь. Я не могу. Отдай мне кепку, не могу. Ну ты скакалка невая. Ну что, скакалка? А ты-то сам, корнет глазатый. Ладно, Михалыч, таких... Подкатывал к вдовушке. Вот они таких и любят, вдовушки. Так подкати к ней на полном серьезе. У нее ЖП 4 комнаты. Не смешно. А я не шучу. Вообще не смешно ни разу. Забери сейчас, меня, подождите Марвел. Меня. Да, Оль. Да. Что, срочно? Хорошо, я подъеду на 10 минут. Ладно. Угу. Хорошо. Не, нормально. Бегаем, а? Объясни мне, пожалуйста, что происходит. Почему ты мне говоришь, что у тебя все в порядке, а я узнаю от чужих людей, что тебе, оказывается, негде жить? Возьми ключи и живи в квартире. Мы с Настей все равно сейчас живем в другом месте. А в квартире вам будет удобно встречаться. Бери ключи. Ну что не так, я не понимаю. Да не, все так. Давай встретимся завтра, поговорим в спокойной обстановке. Хорошо. Я позвоню тебе вечером, договоримся. Спасибо. Ключи возьми, пожалуйста. Скорую вы вызывали? Самарин Олег Александрович. Ну, я. Следуйте за мной. Мне говорили, тут несчастный случай. Чего не поделили-то, ребят? Завод. А, угу. Ну понятно. Поехали. Куда долго собрались? Долго ехали. Ехали долго. Пробки? Угомонись! А ты иди поговори с человеком. Ну, тогда носилки нужны. Иди сюда. Носилки нужны, вы понимаете? Носилки.
чтобы их вынести отсюда, понимаете? Ребят надо подлатать. Да я понимаю. В больницу сейчас поедем, там подлатаем. Прямо здесь? Вы что, издеваетесь? Я не могу. И хотел бы, я не могу. Нам сказали, вы военный хирург, должны справиться. Кто сказал? Неважно. Не, ребят, я свое отвоевал, правда. Ну... Так, вы долго ехали? Долго базарите? Я тебя сейчас пристрелю, ты понял меня? Понял? Спокойно, 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 спокойно. Все. Угомонись. Все. Хорошо, хорошо. Но у меня инструменты в машине, я объясняю. Мне надо сходить в машину за инструментом. Не надо. Мы обо всем позаботились. Олег, извини. Ну, чё ты смотришь? Ну, стреляй давай. Ты. Давай, стреляй. Ты чё? Давай! Ты это… Давай, давай, чё ты да смотришь? Хватит вам! Давай, давай, Олег, стреляй! Эй, тихо, я тихо, выйди, тихо! А? Уймись. Спокойно. Ну что, не будешь? Нет, не буду. Он на месте, но он отказывается. Дай ему трубку. Добро. Тебя. Алло. Ну, здравствуй, должник. Узнал? Слушаю, товарищ генерал. Ну, слушай, слушай. Короче, там недоразумение одно вышло. Но я о тебе вспомнил. Ты там давай не упрямься, а помоги моим ребятам. Ну, Федор Петрович, они ведут себя, как бы, понимаете? Самарин, кому обязан, забыл? Зря, что ли, твою жену вытащил? Забыл. Напомнить? Я не забыл, Федор Петрович, я все помню. Сделай все правильно, считай мы в расчете. И хочу тебя предупредить. Никому ни слова никогда. Отбой. Так, этим первым занимаемся, тот подождет пока. Не-не-не-не-не-не. Сначала он. Я сказал он. Так, а ну стоять! Достал. Ребята, хватит! Так, все, 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 мальчики, не ссоримся. Все. Все, давайте так договоримся. Я занимаюсь этим, моя помощница занимается задницей. Все, справишься? Все, все, я ей помогу. Давайте. Все, успокойся, опусти ствол. Опустите стволы. Ну, что ты им размахиваешь-то, как дурак? Успокойся. Мне обезболивающего на весь ваш огнестрел не хватит. Так, Лен, слушай сюда. Делаешь ему обезболивающее, ставишь в раствор, дезинфицируешь, вытаскиваешь пулю, накладываешь повязку. Все, ясно? Олег, а ты… Я справлюсь как-нибудь. Ну что, горячие парни, давайте берите, тащите его, вон туда кладите. Давай. Давайте, берите его. Как? Высоко и нежно. Настя, ну что, нравится тебе дом дяди Ильи? Нет. Мы же с тобой тысячу раз говорили. Ну, посмотри, какая здесь природа. Воздух чудесный. Нет, нет, нет. Я тут все ненавижу. Я к папе хочу. А ну-ка прекрати истерику немедленно. Ты как разговариваешь? Ты хочешь, чтобы я тебе ужин надрала? Ты что делаешь? Ты дрянь какая! Ты что делаешь? Настя! Настя, ну подожди, Настя! Настя, доченька, ну подожди, Настя! Ну прости меня, пожалуйста, Настя, ну прости! Ну прости! Уходи отсюда! Настя. Я сейчас папе позвоню, тогда узнаешь! Настя, ну прости, пожалуйста, Настя! Thank you.
Не, ну чего вы телитесь, а? Быстрее можете, давайте быстрее! Ты это, слышишь? Ты молодец. Не дергай доктора. Чикнет скальпелем ненароком. А чекаешь ему ползадницы, до конца жизни криво будет сидеть. Вам больно? Ты чё? Нет, скорее щекотно. Сейчас укольчик сделаем. Давай, давай. Одни мускулы. Что, сестрица, не понравил крепкие ягодицы? Больной, не мешайте. Лен, есть одна мысля. Сейчас приду. Ты молодец. Сейчас приду. Да. Длинные у вас, ребятки, бронежилеты-то. На память. Зачем она мне? Хочешь. А почему нет? Поехали. Ты что делаешь? Это что такое, а? Пистолет убери, это магнит. Убери пистолет. Лен, инструмент убирай. Шпилька. Вон она! Нашли! Видишь, барабаш, что такое смекалка, а? Безо всякого рентгена. Это же народный сканер. Пометила? Все, жить будет. Если не угрохает. Магнита в твою пулю нашли. Есть! Слава тебе, Господи! Там закончили? Да. Ну что, помощь нужна? Справились. Молодцы. Наши будут минут через 10, так что давайте, собирайте свое барахло и быстро на выход. Я сказал быстро! Сестричка! Телефончик не оставишь? Ну что еще?
Ответь. Если с работы, скажи, скоро будешь. Это жена. Скажи, что перезвонишь позже. Скажи, скажи. Уважать надо жен. Оль, я занят, перезвоню. Еще что-то? Это вам. Заработали. Спасибо, не надо. Это вам заработали. Давай. Ты что это было, Олег? Не знаю. Ну? Я же сказал, не знаю! Останови. Останови, я сказал! Пойди поговорим. Ну что ты как? Нормально. Какой нормально? Я же вижу, что ненормально. Не каждый день пистолет наставляет. Зато я операцию сама провела. Ну все, все, все. Лен, я же, это же из-за этой аварии, понимаешь? Я же не знал, что так, ну, что так получится. Я не мог отказаться. И что, и твоей жене помогла. Круто. Послушай меня. Стой. Послушай меня. Послушай меня! Я понимаю, что сейчас в шоке. Тебе не надо на скорой работать. Не надо, это не твое. Я и так уже из-за этой работы я все потерял. Не хочу еще, чтобы ты. Не хочу, слышишь? На, возьми вот эти деньги. Мы сейчас заработали. Съезди, отдохни куда-нибудь, отвлекись. Чтобы не видеть вот этого дерьма, крови, грязи, чтобы вот этого ничего не видеть. Солнце, море, горы тебе сейчас нужны, Лен, понимаешь? Боится от меня ходите, да? Зачем вам напарница с гепатитом? С ума, что ли, сошла? При чем здесь гепатит? Тебе отдохнуть надо, просто отдохнуть. Посмотри на себя, на тебе лица нет. Какая ты сволочь, Олег. Да Балагова, я заплачу. Поехали. Возьмите. Подожди, послушай меня, Лен! Олег, что случилось? Чего потерял? Может, я найду? Да пипец, этот урод так нас гнал, что я, по-моему, ампулу от промедола там оставил. А вы Лене звонили? Звонили. Телефон не отвечает. Отключила, наверное. А что она уехала? Вы что, поссорились, что ли? Понятно. Это вы с утра на ножах. Так может, она и ампулу забрала? Ну так, отомстить. Ирина, что ты глупости говоришь? Там такая ситуация была, что не до ампул. А что глупости-то? Ты лучше скажи, что вы делать будете. На тебя ответственность, Самара. Что ты меня смотришь? Райска тебя не простит. Либо ты до утра находишь ампулы, либо пеняй сам на себя. Сам будешь разбираться с ФСКН.
Эй, Дуня, не каркай. Изуматься. Психованный. А у нее можно-то до утра? Да можно, я позвоню. А он-то точно ампулы к утру привезет? Михалыч, ну точно, не точно. Откуда я знаю? Ну, жизнь покажет. Арина. Аринушка. Спит, наверное. Не понял. По какому поводу гуляем-то, Аринушка? А я узнала, что у Арины Львовны новый жилец. Решила лично познакомиться. Смотри, Михалыч, лечение-то на пользу пошло. Да. Вы поэтому такие нарядные, да? Для нас да. Нарядились. У нас еще и репетиция. У Арины Львовны скоро юбилей. Да. И мы будем выступать в клубе. Вау, в ночном? Ветеранов! Ой, Семеновна, баба русская, грудь широкая, а кофта узкая. Прошу всех к столу. О, недолая ковидовый кусток, а на пути к столу, чтоб мою. Ой, долина, долина, раздолье широкое. Ой, долина, долина, раздолье широкое. Ну что ж, остыни, слабость, утомляемость отсутствуют, что неплохо. Но если ты хочешь, я могу выписать тебе больничный. Нет-нет, спасибо, Вениамин Павлович. Я просто устала так от этой неопределенности. Ну что поделаешь, Леночка? К сожалению, гепатит С – болезнь бессимптомная. Давай дождемся результатов анализов, и все станет на свои места. Ну и потом не надо отчаиваться. При такой форме контакта с носителем вируса есть много шансов остаться незараженной. Ясно. Я просто даже не знаю, что мне сейчас делать. Единственный мой тебе совет, Леночка, успокоиться, не нервничать. Беречь иммунную систему. Не нервничать. Понятно. Спасибо, Вениамин Павлович. До свидания. До свидания. Здорово. Здорово. Здорово, Галя. Что-то ты какой-то уставший. Не спал всю ночь. Женщина, да? Они не самые. Они родимые. Вот, как просил. Номера проверь.
Слушай, до цифры, что ли, все? Угу. А как? Ну, есть еще умельцы в России. Ну, спасибо. Я твой должник. Сколько? А, нет, деньги мне не нужны. Хорошо, что? Повторяю, я открываю частную скорую, я хочу, чтобы ты пошел работать ко мне. Ну, Игорь, ну зачем я тебе нужен? Объясни. Что, ультиматум? Ну, считай, что да. Ну, объясни мне, зачем? Иначе я сейчас заберу ампулы. Ну, соглашайся. Ну, хорошо, ладно. Давай, детальки обговорим позже. Отдыхай. Господи, Аринушка, ты что, не ложилась совсем? Слушай, столько еще сделать надо, а днем у меня концерт. Концерт? Да. Днем рождения тебя, дорогая. Спасибо, Олег. Будь здоров со мной. Спасибо. Да, это самое главное. Прости, помочь не могу тебе. Рабочий сегодня. Да ты мне вчера уже помог. И картошки начистил, и продукты купил. Остальное мне девушки помогут, подруженики мои. Ну все, пошел я. Давай. Жажду узнать, что мне барабашщик выкинь. Ты все-таки понежнее с ней, как-никак девушка. Ну, не знаю. Практики на скорую у вас будет достаточно. Надеюсь, сработаемся. Ну, а это все от вас зависит. Понял. Здорово, красотка. Олег, Олег, постой, постой, постой минутку. Познакомься. Это Матвей, твой новый фельдшер. Матвей. Учится в мединституте и хочет быть врачом. Да, сочувствую. Очень приятно, Олег Александрович. Много слышал о вас. Да что вы, надеюсь, только плохое. Я не понял, а где барабаш? Не знаю, что у вас там произошло, но она пока временно поработает с Сенцовым. Да-да-да. А, вот она. Что... Да, это ее желание и мое решение, если хочешь. Mm-hmm. Понятно. Значит, слушай меня внимательно. Я знаю, как ты обращаешься с новичками, но если от Матвея поступит хоть одна жалоба. Ну что ты? Мы же коллеги. Мы же коллеги! Правда? То есть все будет хорошо, да? Ну что ты? Я теперь лапа и пуся. Обещаю. Тем более, я вижу, хороший парень. Не то, что некоторые. То есть проблем не будет? Ну, ребята, не знаю я, что у вас происходит, но мне все это не нравится. Ну ладно, пойдем поработаем, а там вскрытие покажет. Здрасте. Все у вас складно, хозяйка. Вот только хорошо бы еще тут альпийскую горку. Встали с утра, подошли к окну. И тут такое чудо. А, я бы еще мыльнянку посадил. Бурачок скальный, резуху с ясколкой. Ну, альпийская горка – это, конечно, хорошо, но только я боюсь, что мы не впишемся в бюджет. Впишемся, но... впишемся. Теперь мы можем позволить себе все, что угодно. Ты рано сегодня. Да, я спешил сообщить тебе хорошую новость. Представляешь, на меня вышел сам Шишкарев. Предложил с ним работать. Это безумные деньги. Так что да здравствует альпийская горка. Ну подожди, а Шишкарев это тот, который... Да, тот самый. Оленька, что ты так испугалась? Я же адвокат. И это моя работа, защищать людей. Ну ладно, я очень рада. Поздравляю тебя. Николай, значит, сажаем больше хвойных и многолетников, а иначе зимой будет лысо. Но. И то верно, хозяйка.
пациент, вы волнуешься? Ну так, немного. Ой, знаешь, есть примета такая. Как первый вызов пройдет, так сложится дальше. Ну, слава богу, приехали. Проходите. Понимаете, я гулял с ним, а он выбежал на дорогу и прямиком под машину. Сын, что ли? Пойдемте, пойдемте. Сюда, пожалуйста. Не повезло тебе, стажер. Будешь теперь всю жизнь ветеринаром по ложным вызовам ездить. До свидания, поехали. Доктор, вы меня помните? Нет. Ну как же, Сергей Воронов. Не помню. Вы мне операцию прямо в машине делали. Не помню. Вот, вот, вот. А, ну шрам помню, а вас, извините, нет. Делал бы трепанацию, может, лицо бы запомнил. Доктор, я сейчас жив. Только благодаря вам и Рексу. Ну, а от меня-то вы чего хотите? Сейчас. Подождите секунду. Сейчас. Вот. Вот. Я свозил в клинику, сделали рентген и сказали, что моего Рекса следует усыпить. Вы понимаете? Усыпить. Голову убери. Вон. Ну, правильно сказали, таз раздроблен. Двое суток максимум. Доктор, вы же уникальный хирург. Я умоляю вас. Вся надежда на вас. Я специально за вами посылал, чтобы вас прислали. Посмотрю, что. Что ж ты на жалость-то даешь, собака? Ну что, стажер, делать что будет? Не знаю, Александрович, у меня у самого лабрадор. О, ну это меняет дело. Была бы морская свинка, так нет, конечно. А если лабрадор, то, конечно, да. А то, что мы все инструкции нарушаем, это ничего. Не получится ничего, к сожалению, потому что, чтобы оперировать, надо обезболить, надо собаку усыпить, а я с наркотиками больше не связываюсь. Есть кетамин. Одной ампулы хватит. Одной хватит. Давай, две машины, неси газовый баллон, маску и кислородную маску и инструментную. Чемодан. И Михалыч скажет, чтобы он свой чемодан взял, он там поймет. Бегом давай. Спасибо. Спасибо вам, доктор. Да не за что. Пью, пьешь? А, нет. Ну, бутылка есть пустая, пластиковая, двухлитровая? А, двухлитровая? Да. Давай тащим. Картошечки, такой супец бы получился. Так я это, я могу почистить. Да нет, я шучу, это же для дезинфекции. Вы идите к собаке, мы сейчас придем. Хорошо. Дорогие друзья, а сейчас в честь нашего юбиляра, основателя и бессменного руководителя
вдохновителя нашего дружного коллектива, Арины Львовны Завадской, прозвучит эта песня. Как служил солдат службу ратную, службу ратную, службу долгую. 20 лет служил, да еще 5 лет генералом шеф. Пришел солдат во родимый дом, вся та грудь креста, сам седой, как лунь. Красавчик. Слушай, я был не прав. Ты не ветеринар пойдешь, ты пойдешь бродобрей. Вернее, попа брей. Давай, фенраствор готовь. Сталин, несите. Вот, доктор, оставь сюда. А ножницы дай мне. Держите. Рэпчик, рэпчик, все хорошо. Держите. Ага. Держите, Слободка. Матвей. Ну что, все, ждем, когда уснет, моем руки и поехали. Посмотрел солдат на жену свою и сказал солдат слово горькое: видно, ты, жена, хорошо жила. Аплодисменты. Поздравляю, коллеги. Пожар! Ой, глядите, горит чего-то. Горим! Что? Где? Дым-то какой!
Все за мной! За мной! Ну и строгий постельный. Не, на чем он у вас там спит? Тут строжайший половичковый режим. Доктор, я вам так благодарен. Вы не Рексу жизнь спасли, а мне. Да ладно, это пустяки. Я люблю собак оперировать, они хоть не жалуются. Нас вызывают. Чего, чего? Пожар, что ли? Так вот именно пожар. Дом ветеранов горит. Ой, огонь! Ну, Семеновна, где жизнь? Там смерть. Вперед! Да ладно, помирать-то с музыкой! Бабочка, вперед! Слава богу, живы все? Все живы, говоришь. Ну, сейчас уже ничего, тут как-то прихватило сначала. Все прошло. Прошло, все хорошо. Пойдем давление померяем. Да? Пойдем. Все будет хорошо, все, не переживай. Нормально у меня давление, чего ты? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Сказали, вы полных любите. В смысле? Правда, нет? Что, неправда? Ну. Спаситель вы наш. Как ваше сердце? Лечили, как морковки. Сегодня два дня рождения празднуем. Сейчас померим давление. На всякий случай. Я думаю, все нормально. Старый хрыч! Сталина на него нету! Мы там горим, а он где-то прохлаждается, где-то закрылся. Невозможно застать. Администратор называется. Ну как? Все нормально. Ну, что я говорила. А что, там дед еще какой-то был? Был, да, но он в другую дверь выбежал. Его кто-нибудь видел потом? По-моему, нет. Слушай, там пожарный выход есть? Весь клаун завален. Уж сколько раз штрафовали. Там человек внутри, давай за мной. Матвей! Ну что, Ариночка, видел моего водителя, а? Ох, импозантный мужчина! Никак ты, Семен, не угомонишься. Да какие наши годы! Мы, может быть, еще на моей свадьбе погуляем? Совет да любовь. Че, давай, отойди, отойди. Давай, давай. Давай, ломай. Дедуля! Жив, Дедуль, слышишь меня? А? Жив. Дедуля! Давай на воздух. Давай, Михалыч, помогай. На воздух. Матвей, давай в машину, давай, кислород вперед. Готовь. Давай, бегом, бегом, бегом. Здесь никого тут нет. Давай, дедуль. Все, выходим, выходим, выходим. Выходим, выходим. Сейчас подышим, дедуль, сейчас. Давай, давай, давай. Если не смотрели. Сейчас подышим, сейчас. Закашлялся. Олег, сегодня вечером привези мне Михалыча. Он мне понравился. Хорошо, ладно. Обещаешь? Обещаю, обещаю.
Да нет, гена никакого. Все, дедуль, дыши, 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 дыши. Все. Дышится нормально. Пошло? Ну все, все, все. Ты зачем полез-то в чулан этот, дед? Да. Да там паника началась. Беда, если набились. Вот я и решил собой прикрыть. А словами не пробовал объяснить? Толпа! А толпа – это толпа. Михалыч, вот кого на день рождения надо звать, правда? Ага. Все кричали, где ты, Иуда, предатель, а он людей спас. Сам угорел, а людей спас. Уважаю, дед. Держи, сейчас доедем скоро. Мне тут бабушка посылку прислала. Угу. Вот, угощайтесь. Сальцо. Смотри, Михалыч, как нам со стажером повезло, правильный? А на пожаре как себя проявил? Как настоящий пожарный? Угу. Да ладно, что там проявил? Да ладно, чего ты, не скромничай, проявил. А смотри, получается, ты теперь будешь 0-1. Михалыч, ты 0-2, но я ясен пень, 0-3. Вот а. Такой у нас триумвират. Пожарно-милицейская скорая помощь. Это, Александрович, а можно я следующего больного первого осмотрю? Все-таки, как-никак, врач без 5 минут. Без 5 минут можно. Спасибо. У вас же кофе кончился, я сейчас бегаю. Не упади там! Ну, как тебе наш без 5 минут? Нормально. Я его еще не понял. Вообще, с Ленкой было как-то душевнее. Да ну и к черту, Михалыч. 7-я бригада, Самарин, на вызов. И, похоже, в преисподнюю. Ну, вот накаркал. О, по матрешкам. Она умерла. Так, цыцка, та-та, отойди. Видишь, врач работает. Не мешай. Мистика какая-то. Вообще не понимаю, что с ней. Все в норме. Ну и что у спящей красавицы? Тоже все было в норме. Она тупо спала. Александр, я читал, что в редких случаях при сомнолентной коме... Студент, ну ты что, переучился, что ли? Нет, ну а что тогда? Иди объясню. По новой дружбе. Короче, это уже 3-й случай за неделю. Прикинь. Эпидемия? Да какая эпидемия? Видишь этих? Они просто друг друга на слабо берут, кто перед врачом дольше мертвяком проваляется. Понял? Черт, вот уроды, а. Ну так что, тогда можем ехать? Ну, конечно. А кто нам лист подпишет? Так что давай, реанимируй. Так, а как? Ну как? Ты же у нас без 5 минут врач. Давай действуй. Как-нибудь. Фух. Ну что, никак? Нет? Слушай, а может электрошоком я? Ну только без шуток. Какие шутки? Ты же сам сказал, что мертвая. Тогда аккуратней. Ай! Че, ожила? Укусила. Теперь ты станешь вампиром. Да ну их к черту, Александрович, поехали. Достали. Эх ты, студент без 5 минут. Учись. Окрашено плохо, зубы кривые. Ужас какой. Действительно, такой не жалко. И уши вон маленькие.
Ноги короткие, кривые. Ой, какой у нее прыщ этот неприятный. И родинка еще. Да кому нужна уродина такая? Целлюлит он на заднице. Груди вообще нет, доска два соска. Да ты чего несешь, урод? Все девчонки моей груди завидуют. Дрон, что ты там стоишь? Врежь ему за меня. Не надо. Могу навести порчу, с глаз стоять не будет. Слабак. Ты видел? Женщина, она даже мертвая, она все равно женщина. Не переживай, я пошутил. Ты все равно красивая и симпатичная, и грудь у тебя на месте. Пусть он подружке завидует. Зато мы тебя победили. Видишь, видишь, я тебе говорил, женщина всегда женщина. Все, счастливо, марсиане, быть злу. На прошедшей тройкой вас лет, на тебя получилось красиво, загляделся проезжий корнет. Анна! Анна! Чего еще? Где мои драгоценности? Вот тут лежали драгоценности. Где они, я тебя спрашиваю? А почем я знаю? Да, я недавно проверяла. 3 дня назад еще тут были. Я проверяла. Где мои драгоценности? Где они? Где? Я не знаю. А кто знать должен? Ты давно уже на них смотрела. Ты уже к ним давно подбиралась. Куда они делись? Может быть, врачи забрали? Да какие врачи? К черту! Это же ты их украла. Да ты давно уже к ним подбиралась. Да мне что, делать нечего. Если бы давно, я давно бы украла. Да ты просто ждала, когда я тебе квартиру подпишу. А вот дырка тебе от бублика, а не квартира. Нацелилась на квартиру. Завтра же вызову нотариуса, завещание переделаю. Да зови ты кого хочешь. На 3 миллиона. Дура старая. Нарядилась. Карга губы намазала. Ты тварь. Тебе помирать, ты губы красишь. Видел бы тебя твой Мишенька. Да что? Уже 300 раз бы помер со стыда за тебя. Миша, не слушай ты ее, что она говорит, а? Да что ты говоришь вообще, что ты несешь? Уйди отсюда, на! На, забери, уйди отсюда. Уйди, иди скорую вызови, мне плохо с сердцем. Ой, правда, сердце. Вызови скорую. Вызови этого Олега Самарина, тебе говорю. Сейчас. Вызову. Ладно, девочки, давайте пока. Олеж, слушай, ты только без обид. У меня фельдшер ушел в отпуск, и Лена ко мне сама напросилась. Я понимаю, что это некрасиво, но как-то... Да ладно, Игоря, ну что? Какие обиды? Мне с Матвеем даже проще, так что все к лучшему. То есть как бы без обид? Да вообще без обид. Дай 5. Держи. Ну, мужик, спасибо. Алло. Да. Да, центральный. Да, слушаю. Что? Да, диктуйте адрес. Угу. Дом какой? Дом 5? Квартира? 31? Да знаю я этот адрес. Что там? Опять сердце. Хорошо, хорошо, да, поняла. Принято. Я сейчас, кстати, занимаюсь закупкой оборудования. У нас проблем со связью, но скоро не будет. Ну да. Самара, легок на помине. А ты что, переоделся-то? У нас смена не окончена. На вот. Семёна твоя звонит. Езжай. А что она звонит-то? Мы с ней виделись уже, увидимся еще. Что-то она придумает опять. Рит, я ей хотел пораньше уйти сегодня. У меня у хозяйки юбилей, мне еще подарок купить надо. Я не понимаю, ты поедешь или нет? Я поеду. Хорошо. Игорян, съездишь? Да. Слушай, выручишь. Прям очень. Поедешь, да? Да, да, да. Спасибо, друг, ты настоящий. И слышь, не шали там только, Михалычу малину не пор. Хорошо. Улюган. А Семёна, а? Ну-ну, ну-ну. Нет, я жду, жду. Но ты сама знаешь, времени мало.
Ну все, пока. Пока. Привет. А, Самарин. Домой собрался? Слушай, не поверишь, в парфюмерный магазин еду. Помнишь, как в прошлый раз? Тебя подвезти? Да не-не, я сам доберусь, спасибо. Да пойдем, пойдем, у меня машина. Не надо, ну что? Угу. Марин, ты поосторожнее, а? А тебе зачем в парфюмерный? Жене духи покупать, да? Увы, не жене. Врешь, скотина. Олег и Оля! Оле, 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 оле! Ю-ху! Марин, ты что творишь? Хорош, слышь? Останов! Марина! Ю-ху! Что принимал? У тебя зрачки как 5 копеек. Тормози нафиг! Да? Тормози! А страшно, да? Тормози, а блин, нафиг машина! Раз. Меня слышишь, Марина? Ю-ху! Что, ты с ума сошла? Остановись, остановись! Все, все, остановись, ну. Ты что, ку-ку, что ли, а? Ну, давай. Ну, чего ты? Чего? Ты же видел меня уже голый, забыл? Вы что, сговорились все, что ли, мне шрамы свои показывать сегодня? Марин, ты чего? Марин, ну все, 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 успокойся. Чуть-чуть. Жалеешь меня, да? Нет. Жалко стало. Марин. Жалко. Спрашивал, что у меня зрачки такие, да? Какие-то не такие, да? Вот, видишь? Хочешь? Угощайся. Один меня уже так пожалел. Все вы, доктора, уроды. Во-первых, не все, а во-вторых, объясни, что случилось. Ну вот и врачи приехали. Добрый вечер, Антонина Семеновна. О, девушка даже, врач другой. А где Самарин с Михайловичем? Эй, их вызывала. Сегодня я за него, и поверьте, я не хуже. Ну, Олег. Ну, я ему устрою. Взял моду других присылать. Ничего. Ладно, лечите уже, раз приехали. Перед тем, как ты меня оперировал, я в ресторане со знакомой была. И тут боль сильная в животе. Вся бледная, слезы текут, думала, сдохну. Но она и предложила мне кокаину принять, чтобы боли снять до скорой. И что, это подсело? Да не подсела я. А что тогда? Тот доктор, который меня в больницу тогда отвез, понял, что я приняла. Так? Ну, узнал как-то, чья я жена. И стал шантажировать, что мужу расскажет. Интересно, а ты? Чего я? Ты же знаешь, да, Выдова? Он, если узнает все, вышвырнет. Ни квартиры, ни машины, ни счета в банке. Нуль. Прям моя ситуация. И что, этот бравый доктор теперь денег с тебя требует? А-а. Хуже. Информацию о делах Давыдова. Медицинские контракты. Об условиях тендера. Имя. Что имя? Врача имя. Какая разница? Большая разница. Имя врача назови. Ну, Игорь. Сенцов? Да. Он теперь меня кокаином снабжает. Хороший доктор. Бардачок открой. Зачем? Открой бардачок.
Ты самая? Да. Вожу с тех самых пор. Так что в парфюмерной тебе больше не надо. Проваливай. Проваливай! Пока! Пожалел? Спасибо. Я разберусь, я позвоню Маре. Спасибо. Ага. Только разберись обязательно. Крутыш. Ну что, о наших делах мы договорились. А теперь, Илья, я хочу, чтобы ты занялся делами одного врача. Поможешь ему подготовить бумаги по частной скорой. Кстати, он крайне высоко о тебе отзывался. Крайне высоко. Очень рад. Мы с ним знакомы? Олег, слушай, уволь, я не могу. Ну, почему? Михаил, честно. Райская тебя уволит. Это, пожалуйста, не ко мне. Не, ну подумай ты, ну чувствую себя глупо. Ну, что я там буду делать, а? Ну ничего, поздравишь Арин с днем рождения, скажешь Семен мне пару комплиментов, все, и пойдешь. Не, ну да, ну, да ну тебя. Михалыч, ради меня, ну пожалуйста. Ради меня, у меня к тому же разговор к тебе есть. Ну, пожалуйста. Давай, 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 все, не ломайся. О чем разговор? Зай, сейчас объясню, давай. Аринушка, с днем рождения. Многие лета. С праздничком. А чего вы, девоньки? А вы что такие? Чего такие хмурые-то? Где песни-пляски? Чего, не поминки? А? Я внизу подожду. Не-не, подожди, куда ты пойдешь? Смотрите, кого я вам привел, Михалыч. Вы что, а ну, где Семен? Ну, почему не встречает? Что происходит-то у вас? Горе у нас. Что случилось? Сегодня Семенна скончалась. С Михалычем. Да. Аринушка, мы ненадолго-то. Как раз насчет Семена. Олег, извини. Извини, я просто хотела тебе отомстить, а в результате... Ладно, все, не плачь. Не плачь, не плачь, все. Ну, пожалуйста, не плачь. Ты скажи лучше, что случилось? Что произошло-то? И не знаю. Игорь отправил меня за носилками, а когда я вернулась, она была уже мертвая. Ладно, Ленось, ты на электричку уже опоздал, так что давай собирайся. У меня сегодня переночуешь, Арина не против будет, я думаю. Давай, 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 дуй. Давай, мы тебя здесь ждем. Сука. Сенцов, сука. Думаешь, он посодействовал? Не знаю. Ну, помнишь, мы встретили его возле подъезда? Значит, мы можем предположить, что он заходил к соседке Семеновны. Не знаю, Михалыч, там еще столько мутного, помимо этой истории. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Надо просто встретиться с ним, поговорить и все выяснить. А сейчас чего догадки строить? Он не он, чего толку?
Здорово, Игорек. О, привет. Привет, Игорек. Говорить надо. Ну что, прямо сейчас? Мне переодеться нужно. Переоденешься. Успеешь. Я все знаю. Какое смелое заявление. А я вот знаю, что я ничего не знаю. А я сейчас не шучу. Ну хорошо, давай конкретизируй, только вот без вот этих твоих мелодрам. Конкретизировать тебе, да? Да. Сейчас конкретизирую. Во-первых, я знаю, что ты передал информацию на волю от Рэма. Из-за этого погиб человек. Во-вторых, я знаю, что ты шантажировал пациента и снабжал его кокаином. А в-третьих, я считаю, что ты виноват в смерти Антонина Семеновна. В-четвертых, в-пятых будет, а то я во вкус стал входить. Срок у тебя даю до утра. К этому времени ты должен уволиться и прийти с повинной в полицию. А иначе что? А иначе война, Игорь. Олежек, я тебя обожаю. Война, ультиматум. Ты меня прямо сейчас с детства вогнал. Ну зачем столько лишних движений? Ну если я обращусь в полицию, а? Райская же меня автоматически уволит. Больше ничего не хочешь мне сказать? А что ты хочешь услышать? Оправдание, объяснение? Ты же для себя уже все решил. А потом, если у нас состоится с тобой беседа, то не вот в этих декорациях. Привет, Игорь. Да, привет. Ну, Самара, посмотри вокруг, все же замечательно. Посмотри, девки красивые, юбки короткие. А ты затеял разговор о каких-то убийствах, преступлениях. Ну, другое дело, типа там ночь, луна, предательские тени. Вот время для роковой беседы. А так, ну ты меня рассмешил прямо. Мы же договорились, что ты заболеешь. Ты что здесь делаешь, а? Тебе опасно с ним, ты не понимаешь? Нет. Что нет? Я должна все сама разузнать про Игоря. Ты с ума, что ли, сошла, а? У нас ведь нет доказательств, ведь так? А я буду с ним целые сутки рядом. Может, мне что-нибудь получится узнать? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, что ты говоришь, а? Олег, я все понимаю. Но я решила, и отговаривать меня бесполезно. Спасибо.